Друзья, всем привет! Мы сегодня покинули город Мугла, потому что мы там замерзли, очень холодно было, температура опускалась ниже 0 градусов ночью, мы замерзли, вся машина была в инее. И следующий наш город, это город Акиака, он уже находится здесь внизу, это примерно, наверное, на километр ниже, чем Мугла, может, метров 800 ниже, чем Мугла. И здесь температура значительно выше. В Мугле была ночью отрицательная температура. И мы сейчас здесь обнаружили очень интересное место. Да, да, да. Они сейчас все сюда приплывут. Утки они такие. Они понимают, что здесь еда, и начинают все сюда мчаться, сломя голову. Все стадо. Все стадо уток. Ты говори, цыпа, 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 вот так говори. Они придут быстрее. Короче, все стадо это утиное здесь оказалось. И плюс ко всему, здесь эта вода, она откуда-то с родников бежит, течет. И она тоже очень чистая, практически прозрачная. Вот здесь состав написан этой воды. Даты и состав воды. PH, вот это все на турецком написано. Скорее всего, написано не кормить уток. Но мы их быстро покормим, пока никто не видит, потому что они голодные. Вот их сколько здесь. Бесчетное множество. Рядом какой-то кафе, ресторан как раз построили. Город туристический, такой теплый уже. Вот на берегу находится океана, на берегу моря. И как раз это вот этот город, граница двух древних государств, Ликии и Карии. Вот если здесь посмотреть, прям вот дорога, и прям под дорогой откуда-то это все течет. Я не знаю откуда. Прям сильно так течет. Причем это не чьи утки, это дикие утки, они просто здесь живут. И вот местные жители, их никто не убивает, никто не ест. Ну, я не знаю, может, их, конечно же, и тайком и подъедают потихонечку. Но все равно их здесь очень много. Туристы благополучно их кормят. Поэтому, если вы путешествуете по Турции, всегда держите с собой еду. Либо кошки, либо собаки, либо какие-то утки, либо еще кто-то. Всегда найдется, кто захочет это съесть. Давайте. Короче, кто самый смелый, тот и получит хлебушек. Ого! Ты не лопнешь? Целый кусок она забрала. Приехали турки на турецком таком автодоме. Это автобус у них. 2 ВД, но у них есть солнечные батареи, и они там внутри живут. И у них еще медведь есть. Здесь весьма бюджетные такие отели, цены на отели. Вот со спа, с велнесом отель, с бассейном, наверное, скорее всего, 4 звезды. А 1000 лир стоит всего лишь. И вот как раз это место, где живут эти утки. Здесь тоже набережная у них такая, очень много отелей, ресторанов. Мы сейчас едем смотреть на замок. У них здесь замок есть. Ну и как вообще, впрочем, в любом большом городе. А вот он, этот HY, 3 звезды, оказывается. Но он очень большой, только вот закончился здесь. Такой, значит, город древний, и Дима. Ему 4000 лет. И вот здесь вот сохранились, до сих пор сейчас ведутся раскопки, сохранились стены города протяженностью около 200 метров. И это город Древней Карии. То есть, если сейчас мы на восток поедем с вами в сторону Мармариса, там будет Ликия, а это уже Кария. Все, что туда, это Древняя Кария, территория государства Древней Карии. Вот они прямо сейчас здесь ведут раскопки. Вот можно видеть вот здесь как раз вот угол стены древнего города. Вот я сейчас стою на территории прям древнего города.
4000 лет – это возраст египетских пирамид. Вот такой миленький городочек, все как я люблю, такой компактный, много зелени, много лесов всяких разных, рощ оливковых. И вот сам по себе вот этот город, он там, он на берегу моря находится. Здесь еще вроде бы есть туннель, который ведет именно вход, через вход можно подняться в замок. Но замка я здесь не вижу никакого пока. Вот так вот, если с краю смотреть, они выбрали место такое специальное, на возвышенности, на твердом грунте построили. И оно вот так вот выглядит, как замок, конечно же. Но если вы туда приедете, вовнутрь заедете, то там стены будут достаточно низкие такие. Там 2-3 метра всего лишь стены. Красиво, конечно, но скучновато. Оттуда мы приехали, там прям леса такие, хвойные, много всяких елок разных. Такой вот Эскелем отель. И он находится прямо на берегу. Здесь такая мини-марина. Ну, городочек очень уютный, такой тихий, спокойный, как я люблю. И здесь есть старый пирс. Цистерна старого пирса. То есть здесь раньше в воде воду хранили на берегу. Цистерна у них такая была, и они питьевую воду хранили. Эскелем ресторан — это вот ресторан отеля, как раз в котором мы хотим поселиться. И здесь вроде как даже есть парковочка. Ну, здесь прям мега так мило, уютно, тепло. Окна, и они прям все сюда выходят. И как всегда в Турции, прозрачная вода. Прям вот можно спуститься и прям сейчас покупаться немедленно. Здесь летом, наверное, вообще кайф в этом городе. Ждут. Вот так можно рыбу, например, ловить. Здесь такая бухточка, такая заводь. Да, я думаю. А еще Бага здесь есть отель. Тоже рядом. Здесь несколько отелей. И с одной стороны, главное, там вот скала. Здесь море, хвойные леса. Прям такое вообще идеальное место. Тихое, спокойное. Очень много отелей в этой гавани, возле этой гавани. И цены начинаются где-то от 600 лир. Но как бы здесь вот только вот это, и все, больше ничего рядом нет, никакой инфраструктуры. В магазин там 2-3 километра. А в город, в центр города придется идти примерно 2-3 километра. Друзья, здесь еще рядом с этим городочком Акакия есть вот такая вот дорога. Она проходит возле моря, и периодически попадаются места, вообще они поставили здесь знаки, да, стоянка, остановка запрещена, но периодически попадаются кармашки, в которых можно вот остановиться на автодоме, либо еще на какой-то своей машине и заночевать здесь. Такая спокойная вода. Ветра, ничего такого нет. Здесь периодически попадаются пляжи с галькой. Если на запад ехать от этого города, возле моря, то тут попадаются и платные пляжи частные. Ну и вообще, я думаю, где-то здесь местечко можно прям найти, заночевать. Интересное. Здесь очень много зелени по сравнению с Бодрумом. Во-первых, чисто цивильно все. Шума вот этого, гамма, стройки нет сумасшедшей. Прям по лесу проходит дорога. С одной стороны лес, а с другой стороны море такое красивое. И очень много мест на самом деле, где можно вот просто остановиться и вот прям здесь заночевать, короче говоря.
Море спокойное, спокойное. Прям вообще не волнуется ни капельки. Вода прозрачная, чистая. Не знаю, получится вот прям поспать здесь или нет, но вот просто вот так остановиться, разбить пикник, пообедать, я думаю, можно. Дорога, она проходит прям много километров на самом деле. Вот карта мне показывает, она прям достаточно далеко идет. Спущусь к воде, покажу вам, как это выглядит. И, в принципе, эта вот трасса, она проходит километров 20, наверное. Там я вижу какой-то ремонтный док, в который корабли поднимают на зиму. Но вода очень чистая. И вот если вы любите вот такие вот спокойные пляжи дикие, то это место вам однозначно понравится. Здесь и порыбачить можно, просто на пикник приехать. Там вот с галькой пляж. Очень красивое и, самое главное, тихое такое спокойное место. Прям воздух чистый-чистый. Так вот выглядит здесь этот пляж. Кроме собаки никто не купается. Собака прям не хочет выходить из воды. С таким удовольствием она прям купается. И море очень спокойное. Туда уходит вот эта дорога, по которой мы сейчас только что с вами катались. И очень много зелени, и это место спасает вот эти горы. То есть здесь нет ветра сильного из-за того, что горы. Здесь песок, то есть не галька, ничего, а прям на пляже песок. Мы решили, в общем, вернуться в сторону Мармариса. И вот сейчас проезжаем городочек Чмелер. Вот он у нас вот здесь остается. А мы едем вот по серпантинной дороге, по такой, туда, в ту сторону. Спускаемся здесь, и как всегда у них попадаются, во-первых, площадки смотровые, во-вторых, вот здесь вот посадили какие-то милаши, оливковые деревья, банасу. Оставьте воды, по-моему, попросят полить эти деревья, посадили, а теперь одни посадили, другие просят полить, и очень красивое место, сюда никак не подъехать, только вот с горы, если спуститься. Мы сначала поднимались, теперь резкий спуск идет. И очень много здесь деревьев на самом деле сгорело. И вот кто-то из милашей эти деревья здесь посадил. И мы вот сейчас едем туда вниз, спускаемся. Там есть один прям совсем большой отель. Мы его посмотрим. И еще маленькие отели. Но место однозначно такое заброшенное. И вот одна единственная дорога туда только ведет. Все, мы деревья полили и, в общем, едем дальше. Дорога здесь очень красивая, но она была бы еще круче, если бы вот не пожар бы, если бы это все не сгорело здесь. Здесь тоже в этой части был пожар. И вот всегда меня удивляют люди, которые любят деревья все-таки сажать. Мне это прям нравится. Пожалуйста, могу двумя сфотать. А там есть естественная прям гавань. Сейчас мы спустимся, покажем. О, ты стоишь на краю. Прям очень красивое место. Не знаю, как будет внизу, но сверху прям очень красиво. Здесь еще на этой дороге нет вот этих вот ограничителей, которые турникеты, которые держат. И открывается еще шире вид, еще круче. Но это, конечно же, серпантин прям такой серьезный. Вот здесь еще на мопедах вот так гоняют. Кошки, как всегда. Друзья, мы нашли здесь очень хороший отель в этом Турунке со спа, с велнесом, достаточно большой такой, прям я бы сказал, гигантский отель. Давно мы в таких отелях больших не останавливались. Здесь с завтраком, а ночь стоит 1000 лир всего лишь.
на двоих. А, это еще Лира, это еще с видом на море. Вообще обычно в таких отелях больших должна быть музыка. Ну, отель мне сразу понравился. Я даже... мы по карте поставили. Мы его нашли по карте сначала. По карте поставили. Я не знал сначала, что это он, этот отель, что мы сюда едем. И он мне еще, когда мы с горы спускались, он мне уже понравился тогда. Потому что он... Ну, он реально классный. И тем более за эти деньги. Тут такой бассейн большой. Я сомневаюсь, что можно сейчас купаться. Но самое главное, то, что он на берегу, и то, что у него свой пляж есть. А вот там бухточка такая за скалой. И там можно... Туда заходят яхты. Там можно швартоваться. Классное место. Вот эти все номера, они с видом на море. С виду вроде нормально. Есть даже с джакузи на балконе. Некоторые номера у них на балконе джакузи. Я не знаю, я не вижу еще пока здесь ни одного гостя, не заметил. Может быть, они все спят, конечно. Или уехали куда-нибудь на экскурсию. Бары здесь, рестораны. Три ресторана, пляж, игровая комната. Ну, пойдемте сразу на пляж сходим. Раз такая пьянка. Отель очень чистый, такой весьма современный. И здесь еще можно заказать с обедом и с ужином размещение. Ну, мы, как правило, всегда берем только завтраком. Ужинаем мы редко. На обед куда-то ходим, всегда в разные места, где хотим. Ну вот, собственно... А, здесь можно позагорать, еще шезлонги, бассейн уличный. Возможно, здесь еще бассейн внутри есть. Сейчас чуть позже мы об этом узнаем. Он прям этот отель в несколько уровней, и в итоге вот туда на пляж выходит. Но пляж это, скорее всего, публичный, это не пляж отеля. Но все равно он в нескольких вот так вот, в 4 или 5 уровнях, и вот здесь я... Прям в непосредственной близости возле пляжа есть тоже отельные вот эти все дела. Вот это все к отелю принадлежит. А, ну и шезлонги, наверное, да. Шезлонги, скорее всего, это отельные. Там галька вперемешку с песком. Ну, такая мелкая галька, мелкие белые камушки. Будем дрон здесь запускать. Начнем обзор отельчика нашего. Все очень чисто, накурено и потаскано еще. Как-то все потаскано, потаскано. А вот эти угощения могут быть комплиментари, между прочим. Нужно будет сейчас изучить, вон там на бумажке почитать. Сейф, всякие разные здесь. Угощение тоже. А, это вот эта штука выдвигается, и здесь можно взять все, что угодно. Души угодно. А, ну вот, здесь написано, что почем. И этот номер трехместный. Он сказал, он нам сделал апгрейд. Типа Seaside, Sea View, не знаю, чем они отличаются. А тем, что с той стороны не видно, как море, как с этой стороны. А, он сказал, что отсюда море сильнее видно. Большой балкон и вон то Seaside. И вон то Seaside. Ну не знаю я даже. Мне кажется. А, ну да, это под углом. Та сторона, она выходит резко 90 градусов, а здесь 45 градусов. И получается так, что мы море здесь видим сильнее. Ну, прикольно. На даче был отель почище, по самым состояниям получше, но там море было не так близко. Здесь прям до моря рукой подать. Мы, короче говоря, здесь бродим, ходим. И вот пришли в отель, который закрытый, отель на зиму. И в бассейне вода есть. Листики там лежат на дне. Так любопытно смотреть, как будто бы какой-то фильм «Катастрофа» заброшенный. И вот здесь
я заметил, они последний раз снимали 27 октября показания, вот сколько хлора здесь, и температура воды в конце октября была 27 градусов в бассейне. У них здесь как-то все вот лежит вот так, все. Вот мы просто зашли, а у них здесь вот стулья, светильники, а вот это, вот эти штучки для еды. И, в общем, отель не работает. Короче, все брошено. Вот просто вот как работали, так и бросили. Здесь, по-моему, даже охранника нет. Да в Алмате бы, наверное, даже кафель бы отодрали бы. Я не говорю про вот эти алюминиевые перегородки. Да, отель, скорее всего, не работает. И здесь он не один такой. Вот здесь еще рядом, еще тоже один отель такой же. Все стоит на паузе. Хотя место вообще очень красивое, такое живописное. Волн нет, ветра нет. А здесь на кухню прям даже дверь открыта. И камера, но она не включена, не работает. Вот, короче, вот так все. Просто навалом все навалено. И здесь завтракают люди. Здесь можно даже прийти состряпать что-то. Вот это колбасу резать. Удивительно. Как у них в Турции все-таки здесь все просто. Чашки. Все вот просто навалено. Реально, никто не прикасается. Даже пальцем никто не трогает. Удивительно. И вот дверь, вот мы просто зашли, дверь открыта, пожалуйста. Там номера, там видно, что кровати стоят, но на них как бы матрасов, ничего такого нет. Вот мы сейчас попробуем с вами зайти. И я думаю, что будет где-то открытая комнатка. А, это банкетный зал. Гигантский. Да, здесь они как бы все накрыли. Простыночками накрыли. Тряпочками накрыли. Строители... Наверное, здесь строители работают. Потому что притащили цемент. Смеси строительные притащили. Ну, ни одного строителя нет. А вот здесь, друзья, это либо первый этаж, либо что. Короче говоря, здесь можно вот попасть в комнату. И они, пожалуйста, вот с матрасом там даже еще что-то есть. Любые комнаты есть. Вот. А вот здесь для деток двухэтажная кровать. Телевизоры плазменные, все что угодно. Прикол, да? Причем они даже вот здесь вот, чтобы дверь не закрылась, специально подставили стульчик. А вот эта машинка, про которую мы глядели. Ну, здесь вот сколько угодно есть комнат. И вот здесь целая комната с этими машинками. Короче, если остановитесь вот в этом отеле, в комнате 3214, знайте, что здесь они машинки хранили зимой. Зачем? А здесь чашки. Вон бокалы, пожалуйста. Полная комната бокала. Нет, там же нет дверей никаких. Через любой балкон всегда можно выйти. И все? Как в фильмах, да? Вот здесь для этих, для активности, для бассейных. Главное, ни одного бомжа не успеть, да, удивительно? Ну да, там всякие разные инструменты. Да никто не зайдет, это же Турция.
Отель очень большой, у них здесь даже есть станция, которая воду от солнца кипятит. Подогревает воду, и за счет солнца у них горячая вода становится. Но здесь нет ни одного охранника. А это, наверное, там другие отели. Это вот отель, вот, по которому мы сейчас гуляли, он здесь заканчивается. А у них даже доктор есть. Вот по вот этому этажу мы сейчас гуляли. Это типа второй этаж, наверное. Вот. О, у них здесь что-то загорелось. Это похоже на источник бесперебойного питания. Он у них загорелся. Вот так вот батарейки загораются. От аккумулятора все вспыхнуло. Шкаф полностью нафиг загорелся. А, ну вот, мы на граунд-флоре гуляли. Доктор закрыт, если что. Имейте в виду. Но отель под напряжением, то есть там электричество есть, потому что я слышал, работало охлаждение, работало, и камеры в некоторых местах работали. И лифты, да, работали. Entertainment и инфоборд. Какая-то песенка. Вот здесь тоже 27 октября. Они последний раз снимали показания. А здесь все, что связано с пляжем, с шезлонгами, все навалом вот так навалено тоже. Веревки валяются. Ну да, Турция определенно это не СНГ, не Казахстан. У них здесь прям все вот на честном слове вот так вот лежит, и никто реально не прикоснется. Стулья, все. В бассейне можно прийти покупаться. Да, я думаю, им просто нецелесообразно содержать здесь группу охранников, потому что от одного охранника в любом случае здесь нет толку. Может быть, даже он где-то и есть здесь один, но он просто тупо спит, наверное, не заметил по камерам. И вот мы как бы вышли все сразу на пляж, и вон там прямо, вон в том коричневом отеле мы живем. Вон в том. Турунг. А здесь? Здесь. Это, похоже, тоже пляж вот этот вот принадлежит отелю. Он же, этот же отель, здесь летняя кухня. Ну, он как бы, пляж принадлежит этому отелю, но если на шезлонгах, только гости отеля могут здесь лежать. А если просто на песке, на полотенчике, то любой желающий может полежать. И здесь вот интересный такой проход есть в скале. Прям в скале можно пройти. Там вода протекает. Через скалу они выдолбили туннель такой. Вода прозрачная, очень чистая. Кстати, Турунг, присвоили пляжу Турунга голубой флаг. Это означает, что здесь очень чистый пляж, очень безопасный, и, ну, вообще, голубой флаг — это, типа, самый лучший флаг, который можно было только присвоить пляжу. Вот, здесь тоже калитка теоретически предусмотрена, но она открыта, и вы можете вот так вот пройти прямо через скалу. Бесплатное посещение пещеры. Можно на лодочке, не, на лодочке не получится, там камни, но пройтись... Вообще реально. На дроне можно пролететь. Я думаю, друзья, это владельцы отеля, ну, обнаружили здесь такую пещеру, туннель такой, и решили его укрепить и сделать, собственно, проход здесь, тропиночку. И, в принципе, отсюда прям можно нырнуть в открытое море. Можно даже вон туда покарабкаться при желании. Очень интересно. Говорю же, я в Турции каждый день, вот какое-то удивление... Обязательно мне встречается. Кстати, там прямо по курсу Marmaris будет. Либо Marmaris будет, ну, Marmaris где-то там, либо будет пляж. Рядом с Marmaris'ом тоже есть деревенька, городочек. Здесь даже морские ежи живут. В Японии их любят ловить и кушать. Это деликатес считается. Вот в Японии бы они вот так бы не тусовались бы здесь прям. Прям на пирсе. Рядом с лодочками.
Ну, на самом деле, место прям очень такое уютное, классное.